Здравствуйте, приветствую вас, дорогие друзья, зрители этого прекрасного, чудесного, не побоюсь этого слова, канала. Хочу сегодня, в канун Нового года, от всей души поблагодарить Влада и Веру за освобождение моей ангельской души, поблагодарить и сказать огромное спасибо за это прекрасное, чудесное чувство, за эти эмоции, которые я сейчас испытываю, да. Еще не прошло даже и суток после чистки, но я, ну, не могу, в общем, держать свои эмоции, хочу поделиться от души с вами, дорогие мои, своей радостью, поделиться и рассказать, как бы, ну, свой опыт, как я к этому пришла. Я уже на протяжении 8-9 месяцев слушатель канала Влада и Веры, Арго ВП2. Все это время, конечно же, наблюдая, я очень хотела попасть к ним на чистку, потому что очень чувствовала давление со стороны интерферентов. Хотела освободить свою душу. У меня были некие проблемы. Сначала я сама для себя разобралась, так сказать, с этими проблемами еще до этой чистки, потому что, ну, это чисто было для меня важно, потому что это я знала, что это сугубо мне нужно самой проработать. Это проблемы с алкоголем. Проработая эти проблемы, можно сказать, закрыв гештальт этих проблем, я пришла к тому, что уже пора чиститься уже основательно, потому что все остальное, что во мне есть, сама лично я уже не уберу. Да, как бы мне нужна помощь. Я обратилась с этой просьбой к администратору Ольге, написала свою проблему, отправила видео, фото. Через нее мы связались с Владом. Произошла чистка. Что могу сказать? Первое, что обязательно, ну, было для меня лично, ну, чистишь свое биополе, обязательно нужно пройти чистку, конечно же, квартиры, дома, там, где ты будешь находиться, потому что, как Влад говорит, жить с открытым, то, ну, как бы жить чистой душе в грязной, так сказать, квартире, это как жить возле туалета. Что-нибудь да выскочит. Вот. В общем, все. Прошла чистку. Чувствую себя великолепно. На 7-м небе. От счастья. После, ну, на сеансе пришел мой друг, так как я являюсь ангелом. Я, кстати, честно, от души я чувствовала это, что я ангел. Да, пришел мой друг Арис. Чем сделал мне просто самый лучший подарок в канун этого Нового года. Это, ну, вообще, это просто самый лучший подарок. Конечно же, чистка и приход Ариста. В общем, чувствую себя великолепно. Буду учиться избавляться от негатива, закачивать себя энергией, ставить мир кабу, манифест обязательно. Потом в планах есть еще раз связаться с Владом и Верой,
для контрольной очистки, так чисто посмотреть, спросить, как получается у меня, не получается, где, что мои ошибки, ну или наоборот, успехи. Конечно же, хочу встретиться и задать некие вопросы своему другу. Очень хочу почистить своих детей. В общем, в планах очень всего-всего много, еще очень предстоит много работы, но в любом случае все худшее уже позади, чем я бесконечно рада. Чему? Так что обращение к вам, дорогие мои друзья, слушатели канала. Если вы чувствуете какую-то проблему, что у вас что-то сидит или что-то мешает вам жить, то есть не присущие вам какие-то эмоции, чувства, действия, обязательно не ждите, не затягивайте. Пришли к этому и обращайтесь, конечно же, сами вы от этого не избавитесь. Это, конечно, нужна помощь, помощь Влада и Веры. Вот, в общем, от себя хочу поздравить всех вас с наступающим 2023 годом, годом кролика. Пожелать хочу всем чистых, высоких вибраций, ошеломлительных энергий, радости, любви, здоровья, счастья, удачи. Всем все то, что каждый для себя желает. Ладно, все. Спасибо. Всего доброго. Пока-пока.